В чем суть красоты? Существует три типа красоты и три, соответственно, сути. Первое обусловлено эволюцией. Когда мы видим что-то, что сделано руками, и видно, что много труда было в это вложено, ну или даже не руками, а сложно, там, когда вы что-нибудь такое, агрегат какой-нибудь, да, и вы видите, как много труда было в него сложено, мы думаем, что много калорий значит красивое. У нас такая эволюционная настройка. И поэтому картина, когда нарисована маслом и тоненько, красивенько, все такие, ой, как уже это нарисовано. А когда намалевано, говорят, ну, это современное искусство, не пойми. Ощущение, мало калорий было потрачено, эволюционно незначимо. Второй вид красоты. Он связан с модой. Мы с вами живем в определенном историческом контексте, где существуют свои мемы, мода своя. И насмотренность, что такое, да, это вот когда человек насмотрелся на разные эталоны красивого в рамках данной культуры и умеет эти формы извлекать из того, что он видит. Это красота. И есть третий тип красоты. Третий тип красоты определяется глазами смотрящего. Если вы внутри красивый человек, то вы увидите красоту вокруг, даже если на нее не потрачено много калорий, и она не особенно модная. Потому что вы будете из себя эту красоту производить. И это самое лучшее из всех возможных красоток.